Сегодня в программе. Нам книги нравятся одинаковые, фильмы, актеры. Ну, в общем, все. Еще я когда думаю, вот так вот всегда делаю. И он точно так же, вот абсолютно всегда. 18-летняя Мария Игнатова оспаривает отцовство мужа матери Виктора и утверждает, что ее настоящий отец – Лев Амосов, преподаватель вуза, в котором она сейчас учится. Мария утверждает, что ее мать сама призналась ей в давнем романе с Амосовым, но потом отказалась от своих слов. Вот эти курицы, которые осуждают нас, сидят в своих диванах, едят свои беляши, сами как бочки с небритыми ногами, льют на нас эту помойку. Какую-то ужасную вы сейчас картину нарисовали. Владимир Тучнев уверен, что он является отцом Карины Фоминой. Владимир утверждает, что у него была связь с матерью девочки. Но Фомина скрыла от него, что от этой связи родился ребенок, не желая продолжения отношений. Мария утверждает, что никакой связи у нее с Тучневым не было. Кто же отец Карины? Здравствуйте. Прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Игнатовой Марии Викторовны к Игнатову Виктору Дмитриевичу об оспаривании его отцовства в отношении себя и к Амосову Льву Валентиновичу об установлении его отцовства в отношении себя. Ответчики, скажите, пожалуйста, кто из вас, кто и вашу позицию по иску? Игнатов Виктор Дмитриевич, законный отец Марии Игнатовой. С иском иск не признаю. Амосов Лев Валентинович, 36 лет, с иском согласен. Считаю, что я являюсь отцом. Совершеннолетнего писца. Да. В свидетельстве о рождении в графе «отец» Игнатов Виктор Дмитриевич. Мария, а скажи, пожалуйста, почему ты вдруг решила оспаривать отцовство своего отца? Ваша честь, я папу своего очень люблю, у нас прекрасная семья. Но такая ситуация произошла. Я когда в институт поступала на первый курс, познакомилась с Львом Валентиновичем. Он наш учитель по истории. И я начала замечать такие вещи, что у нас чувство юмора одинаковое. Мы смеемся всегда вместе. А потом мне еще моя подруга говорит, что мы на внешность похожи. Ну, я начала присматриваться и реально прифигела. Так еще к этому ко всему нам книги нравятся одинаковые, фильмы, актеры. Ну, в общем, все. Еще я когда думаю, вот так вот всегда делаю. И он точно так же, вот абсолютно всегда. И еще чисто случайно выяснилось, что он газировку, ну, не переносит. А у меня врожденный дефект перегородки. И к раздражителям повышенная чувствительность. Так, хорошо. А вы не подумали, что это может быть просто, ну, совпадение? Нет, какие совпадения? Мне кажется, когда столько совпадений, это называется уже судьба и какой-то знак. И я решила узнать у своей мамы. А оказалось, что они знакомы были, и у них был роман. И она мне сказала, что Амосов мой отец. Но потом я не поверила ей, и она потом отказалась от своих слов. Я пошла к Льву Валентиновичу, он сказал, что да, такое может быть. И я теперь ночами... То есть он сказал, что он знает вашу маму? Да, он все подтвердил, роман. Сказал, что знает мою маму, что да, он вполне возможно, что он мой отец. И я вот уже прям устала, я ночами думаю, кто мой отец? И я пришла в суд, чтобы узнать правду, что на самом деле. Виктор, а у вас никогда не было никаких сомнений, что Мария вам родная дочь? Нет, воспитывали ее всегда как родной отец, да? Ну, конечно, да. Ваша честь, я вообще не понимаю, что происходит. Маша... Ну, какая тебе нужна правда? Я твой отец, это и есть единственная правда. Я не пойму, зачем ты себе придумываешь другого отца? Мне кажется, в тебе взыграл просто чисто юношеский максимализм. Тут, правда, с каким-то опозданием. Обычно это у молодежи происходит в 12 лет, когда им мать не родная, отец не родной. Начну с самого начала. Мы с Леной, Машиной мамой, познакомились... Достаточно давно, 18 лет назад, это было в 2000 году. Несколько месяцев я за ней ухаживал. Лене на тот момент был 21 год, и, невзирая на свой молодой возраст, в общем-то, она была выглядела гораздо практичнее и мудрее многих женщин, которым уже 30, за 30. В принципе, это качество в ней меня и привлекло. Ну,
конечно, за исключением внешних данных. Мудрость, да? Да, конечно, житейская мудрость для хозяйки, это для меня, я это очень ценил. И поэтому я считаю, что, ну, никак не могло такого произойти. Вот. Мы с Леной поженились под самый Новый год, потом поехали в свадебное путешествие. Отдыхали сначала в горах, потом на море, вот. И где-то через месяц Лена сказала, что она ждет ребенка. Мы Машу планировали, очень ждали, и поэтому, конечно, обрадовались. Ну вот сама, Маша, посмотри на датах. 25 декабря мы с ней поженились, с твоей мамой, и буквально где-то дня через два уехали. Сначала были мы в Альпах, в горах. Вот, потом на море. Но в Москву мы вернулись 22 января. А 1 февраля, на мой день рождения, Лена сказала, что она сделала тест, и он оказался положительным. Я посчитал, что зачатие примерно могло произойти в начале января, когда мы были в горах на турбазе. Тогда был сильный снегопад, и мы там задержались. Там никто не мог выехать оттуда. Ну, мы, в принципе, как все молодожены, вот, так сказать, предались нашим молодым любовным утехам. Наверное, тогда все это и произошло. И уж если кого-то и обвинять, так сказать, в измене, ну, это никак я должен не Льва Валентиновича, а там, может быть, кто-то там из турбазы, но никак не он. В Альпах, да? Да, понятно. Естественно. Угу. Лев, очень нестандартная ситуация. Да. Крайне редко ответчики с такими исковыми требованиями в этом суде соглашаются. Почему вы согласны с иском? Ну, ваша честь, ну, потому что, скорее всего, так оно и есть. Я Елену Эдуардовну, маму, да, супругу, вот, знаю довольно-таки давно, можно сказать, с детства. Она подруга моей старшей сестры Жанны. Они вместе учили в школе, потом после школы дружили, вот, и действительно, в 2001 году Лена собиралась выходить замуж и устроила что-то наподобие корпоратива, ну, такой девичник. Они уехали с девочками в пансионат, и так получилось, что среди всей этой большой компании, где были только одни девочки, был я, один мальчик. Мне было как раз 18 лет. Да, конечно, меня... мальчик, и как раз... Ну, я вас не перебивал, да? Можно? Спасибо. Угу. Вот. Мне было 18 лет, и меня сестра Жанна позвала с собой. Никто не был против, вот, и я поехал, как бы. А потом она вышла замуж, и я попереживал, ну, как бы, 18 лет, все забылось. И... А вы можете объяснить, почему вы себя считаете биологическим отцом Маши? Ну, непонятно. Дело в том, что... Вы сейчас все о чувствах, да, о чувствах. Да, да, да. У нас была большая веселая компания, да, пансионат, да. Все вы классно. Вы там были один мальчик. Да, вот. Как-то так получилось, что мы в бассейне с Еленой остались вдвоем, а потом поднялись ко мне в номер, где, в принципе, все и произошло. Вот, а когда... Пошли с мальчишкой. Она вышла замуж. Да. Вот, и спустя вот годы Маша, когда... подошла ко мне и сказала, что, в принципе, я могу оказаться ее отцом. Я посчитал, что, ну, да. Наверное, да, почему нет, потому что это был декабрь, где-то 20-е там числа, вот. И тем более Маша, это очень важно. Вот я, в принципе-то, думаю, ну, вот да мало ли, что Маша там могла себе напридумывать. Так, конец декабря, начало сентября. Ну, в общем, да. Я свою жену считаю вполне адекватной женщиной и вообще не способной на такие поступки, чтобы перед самой свадьбой изменить, да еще с каким-то малолетним мальчишкой, испортить себе всю жизнь. Нет, это точно не про мою жену. Ваша честь, вы пригласите мою жену, пусть она придет, сама все вам расскажет. И подтвердит, что, в общем-то, конечно, не могла она родить Машу. Да от нет, Льва. Конечно. Угу. Игнатова Елена Эдуардовна, да? Совершенно пригласите верно. Пригласите ее, пожалуйста. Понимаете, им было 21 год. Да я все, конечно, понимаю, да. И родилась моя дочь в отсутствие меня. До нашей свадьбы, да. А я об этом ничего не знал. Целяви. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте.
Елена, скажите, пожалуйста, есть у вашей дочери Маши основания обращаться с таким иском в суд? Я считаю, что нет никаких оснований. Я вообще считаю, что это какая-то глупость. Да, у меня просто вот нет слов. Я вообще не знаю. Все же тебе Маша дома объяснила. Ну зачем ты сюда пришла? Что ты хочешь этим доказать? Я вообще не понимаю. Твой вот отец именно, Маша. Вот он. Я правду Виктор хочу узнать. Виктор Дмитриевич Игнатов. Видишь правда? Своего отца? Я же тебе уже много раз рассказывала всю нашу семейную историю дома. Угу. Я а вышла скажите замуж. Сейчас в суде, пожалуйста. Хорошо, ваша честь. Я вышла замуж 21 год. Мой муж был мне на 10 лет старше. Он за мной ухаживал, мне это очень льстило, потому что я понимала, что за ним я буду, как за каменной стеной. Он это время был уже состоятельным и взрослым человеком. Угу. Ну вот что, вот я такая вот идиотка, не понимаю, разбрасываться вот такими вот мужчинами. Я его всю жизнь ценила, любила и уважала. И по сей день его ценю, люблю и уважаю. Угу. Мы с ним год встречались до свадьбы. Он ко мне очень приглядывался. Ну, а я его очень ко всем ревновала. Очень боялась его потерять. И вообще ни на каких мужчин там, ну и близко вообще смотреть не могла. А потом мы с ним поженились и поехали вместе в молодежный свадебный тур. Ну, там у нас было много всего интересного. Было и море, и лыжи. И, между прочим, Маша, это твой папа все сам распланировал. А когда мы вернулись через месяц на его день рождения, я сделала тест на беременность. И он оказался положительным, то есть я поняла, что я в положении. Маша родилась в срок, и Лев Амосов, ну, никак не может быть ее отцом. Ну, это было бы, ну, поверьте, ну, просто даже смешно как-то. Он же утверждает, что у вас с ним была близость незадолго до свадьбы. Ваша честь, у меня никакой близости со Львом не было. Я просто помню, что мы вот ездили в пансионат с ним, да. Ну, не с ним лично, а мы ездили с подружкой. Девичник у вас был, как я понимаю, да, перед свадьбой. Да, у нас, да, был девичник, потому что мой муж уехал тогда по работе за 2 недели до свадьбы. Там у него была своя небольшая турфирма, и он сам проверял там отели и маршруты для отдыхающих. Ну, а я вот, да, решила с подружками это время провести, девичник этот организовать. Мы нашли там хороший пансионат, там много всего было, и бассейн, и спа, и боулинг, было всем, чем заняться по интересам. Да, ты был. Ну? Правильно, ты был, но у меня с тобой ничего не было, не забывай, не забывай. Вот это, да, вот брат Жанны, да, а Жанна, это моя лучшая подруга, мы с ней учились в параллельных классах, потом вместе поступили в один вуз, ну, то есть я очень ее давно знаю. Вот она взяла тогда Льва с собой, но поверьте, он для меня, ну, просто был ребенок. Просто был ребенок. Нам было 21 год, а ему 18. Ну, девушки в таком возрасте любят мужчин постарше. Ну, зачем он мне вообще нужен? Ну, я же не исключение тоже. Мне тоже нравились мужчины постарше. И, ну, может, там потанцевали мы там с ним несколько раз. Может, несколько раз там сходили вместе в бассейн. Но никакой близости у меня с ним не было. Да, он поглядывал на меня, но все равно был глупый мальчишка для меня. Я вот и вообще все, что он здесь рассказал, я так догадываюсь. Я думаю, что просто все вот юношеские мечты. Я вообще не знаю, зачем он сюда пришел и сделал этот тест. Потому что Маша – это дочь Вити. Маша, и ты своими бурными фантазиями на нас просто сведешь. Мам, какие фантазии? Ты мне сама говорила, что Амосов – это мой отец. Ну или он может быть моим отцом. Маша, действительно, Маша мне в самом начале сказала, что это вы ей сказали, что Лев Амосов – ее родной отец. Зачем вы это сделали? Было такое. Ваша честь, я просто соврала. Не сейчас, а соврала ей дома. Понимаете, дело в том, что Маша мне сказала, что она влюбилась в своего школьного учителя Льва Амосова и чуть ли не замуж за него собралась. Ну, я ей сказала, что это вообще кошмар, чтобы она прекратила такие глупости, и что Лев к ней никакого интереса не проявляет. А почему вы ей так сказали? И что он ей не пара. А почему, если он ей не отец, вы ей так сказали? Достойный человек. Ну, потому ну, что, продолжайте, ну, пожалуйста. Поймите, ну, он ее старше настолько, но я бы хотела более какого-то, ну, как... Ровесника. Ну, не ровесника я хотела, просто хотела более другого мужчину, более... Для своей дочери, наверное. Может быть, даже материально. И вы не нашли ничего лучшего, как придумать, что он ее родной отец? Да, у меня был просто такой шок тогда. Ваш супруг рассказывал, какая вы разумная, мудрая женщина. Вот сейчас у суда такого впечатления нет. У меня просто, я была в шоке, понимаете? Я была просто неадеквате, я не знала. Вот у меня одна цель была, думаю, ну вот как-то закончить, как-то прекратить этот роман. Мария, а вы что, действительно были неравнодушны к Льву? Да, я его люблю. Я не считаю, что это что-то плохое. Вполне порядочный человек, преподаватель. Когда это все случилось, я к маме сразу пошла. Ну, я считаю, что он просто тебе не пара. Она мне рассказала вот эту историю, вашу позицию, вот эту историю про их роман, что он может быть моим отцом. И Лев Валентинович это все поддержал. Ну, я ему поверила. А сейчас-то я вижу, что между ними ну, ничего не могло быть. Ваша честь, простите. Я докажу ему, что я хорошая девушка.
И мы с ним скоро поженимся. Как мы поженимся, Маша, ты чего? Я действительно могу быть твоим отцом. Ты что, с ума сошла? Что вы несете, Лев Валентинович? И если тебя как-то ко мне влечет, но это не по-мужски, не по, как мужчине, вернее, это может быть, потому что зов крови. А вы знали, что Мария в вас влюблена, Лев? Нет, на самом деле, я первый раз слышал. Не догадывался даже. Понимаете? Ну... Да это обычная влюбленность молодой девушки, ваша честь. Да это просто две фантазии. Мне просто интересно, что же вы не понимаете? Вы молодой педагог, наверняка вы очень нравитесь вашим студенткам. Да я не спорю, да, есть такой момент, когда все педагоги мужчины нравятся своим студентам. Но не все. Я не даю никаких оснований, честно. И я не замечал, что что-то происходит. А когда увидел, что как-то что-то она себя как-то странно ведет, и спросил у нее прямо, что случилось, что произошло. Влюбилась, она... что ли, в меня? Нет, я говорю... Нет, ну, решил Мария... стать отцом. Нет, я просто подошел и сказал, Мария, у вас все в порядке? Она со мной заговорила на эту тему, что действительно вы можете оказаться моим отцом. Ну, я так пошел к ее маме. Да она просто фантазерка у нас. Ваша. Вам надо было ко мне пойти, я пошел к ее маме. Да я пошел домой, вас не было. Так, хорошо, вы пошли к ее маме. Я пошел к ее маме, действительно. И оказалось, мы же не знакомы были, а тут оказывается, что действительно Елену Эдуардовну я знаю давно. О, как. И, да. Великолепно. Вот то, что у нас была потрясающе. Связь. Даже у нас связи никакой не было. Ну, просто мы знаем друг друга давно, потому что... Так, вы пришли, подруги узнали, собственно говоря, вашу юношескую симпатию. Так точно. Вспомнили про связь и... И попросил ее хотя бы... Да не при чем здесь стать отцом? Хотя бы сказать, что я действительно отец, потому что, ну... Ну, конечно. Ну, это невозможно, когда вот такая ситуация-то возникает. Ваша честь, просто Лев Валентинович, знаете, он такой популярный человек в своей среде, что он деле, просто переполнен вот этой популярностью. Это моя старшая сестра. Вот давайте ее вызовем, послушаем. Подождите, это та самая Жанна, с которой вы вместе, вы же вместе тогда с девочками ездили на девичник, да? Это моя старшая сестра, подруга. Это ваша подруга. Да, моя лучшая подруга. Ага, Амосову Жанну, пожалуйста, пригласите. Фантазирует себя очень-очень много. Да, конечно, что. Вот сейчас придет просто-напросто. Сейчас придет свидетель, который там был в своего. Здравствуйте, Жанна. Вполне естественный. Жанна, вы можете подтвердить, что у вашего брата Льва были интимные отношения с мамой Марии, с Еленой? Да, ваша честь, были. Маша. И вы были тому свидетелем, да? Да, я видела это собственными глазами. Маша, ты что маму не осуждай свою и не думай о ней плохо. Было так, мы поехали большой компанией девочек в пансионат. Был девичник по поводу свадьбы Лены и Виктора. И действительно, тогда Лёва начал ухаживать за Леной. И я сразу посмеялась, как бы думала, что это все так, в шутку. Но потом поняла, что это все всерьез. Он слишком на нее смотрел как-то по-другому. Только смотрел. Да. Вот. Они потом буквально на второй день стали ходить, как влюбленная пара, чуть ли не за ручку, прогуливаться вместе. Ну, как бы я брату сказала, чтобы был аккуратнее, потому что Лена выходит замуж, потому что она любит своего будущего мужа, Виктора. Это действительно так. Она действительно любила твоего отца, Маш. Да, это она так. Сейчас любит. Вот. Я и сейчас его люблю, и ценю. И я Лене тогда сказала, говорю, ну, что ты делаешь? Как ты можешь это объяснить все? Как-то вот... На что она ответила, что она просто дразнит моего брата. Ну, ничего такого. До тех пор, пока, прости, Маш, но я зашла в комнату брата и увидела их вместе. Угу. Вот. Ты что ж такое говоришь, Жан? Лен. И чем же они там занимались? Я хочу сказать, что... Я просто не очень поняла. Если она была так сильно влюблена в своего мужа, замуж собиралась, ей зачем за ручку с вашим братом-то ходить? Ну, видимо, он ее чем-то зацепил. Я хотела его подразнить, но то, что сейчас вот насчет близости... Нет, нет, нет. Это просто какие-то выдумки. Я видела это собственными глазами. Нет смысла мне врать, потому что вопрос всплыл, и ну вот так вот все стало. Так, вы ее спрашиваете, Лен, как же так? Да. Ну ты же замуж собираешься. Да, она мне ответила. Ты же Виктора любишь. Давай вот это вот все замнем, ничего не было, ты ничего не видела. Ну, так получилось. Давай все забудем, как будто бы ничего не было. Так, и вы все эти годы молчали, а сейчас решили рассказать. Да, я молчала все эти годы, потому как это было не мое дело. А сейчас меня брат попросил просто
прийти и рассказать правду. Ну, так как я... Ну, это же просто предательство с твоей стороны. Это просто... Лен, ты на меня не обижайся, не обижайся. Брат попросил сказать правду, я говорю правду. Ну, может, что-то было больше, чем дружеский поцелуй. Вы знаете, нет оснований не верить брату. И вообще, какой смысл... По истечении 18 лет брату говорить о том, что он является отцом взрослой девушки. Вот какой смысл в этом есть вообще? Я сказала, я просто вспомнила, что если мы врём, я влюблён. И поэтому сказала Маша, что он может быть ее отцом. Да, нет, вы знаете, нет. Очень даже вполне объяснимый смысл. Просто Амосов боится обвинений в домогательстве молодых девушек. Вы знаете, сейчас с этим строго очень. И вот он решил себя выставить отцом нашей дочери. Тем более Маша это мне говорила, что Лев Валентинович неоднократно к ней оказывал знаки внимания. Какие, Маша, так какие было знаки же внимания? Такое? Побойтесь Бога, вы что, о чем говорите? Она может оказаться моей дочерью. Вы чего? Дочерью, потрясающе. То есть вы не оказывали ей знаков внимания? Нет, конечно, я не оказывал никаких знаков внимания. Она, ну да, учитель со студентами и не оказывал никаких знаков внимания. А можно сейчас Лев ответит на вопрос суда, Виктор? Я понимаю, что педагог, учитель, я все прекрасно понимаю. Да, она мне писала письма, понимаете? Она караулила меня возле дверей, возле кабинета. Мне иной раз приходилось из черного хода выходить, Маша, как какой-то кинозвезде прятаться от папарацци, понимаете? Ну, хоть увольняйся, но действительно, ну какая работа будет уже после такого? Слухи растут. Я пришел к ее матери, чтобы действительно попросил, чтобы она хотя бы сказала своей дочери, что я ее отец. Угу. Лена, чтобы избежать вот этих чтобы конфликтов. Преследование, да, прекратить это. Угу. Чтобы... Елена, кто отец Маши? Скажите, пожалуйста, суду. Ваша честь, я уже очень много раз повторила, что мой муж Витя, отец Маши, Лев никак не может быть ее отцом. Угу. Просто я тогда согласилась со Львом. И соврала Маше, чтобы, что он может быть ее отцом, чтобы она отстала понятно, от Льва. Да. Оставила его в покое. Ваша честь, моя жена говорит правду. Дело в том, что после разговора с матерью Маша пришла ко мне и спросила: «Папа, скажи, это неправда, что я не твоя дочь?» Я ее, конечно, успокоил, сказал, что это неправда. Вот. Но этот вопрос меня заинтересовал. Я поговорил с женой. Жена мне все объяснила. Я ее отругал, сказал, что это не метод воспитания, и так делать больше нельзя. Потом я прочистил мозги Маше, сказал, что ей пора браться за ум, и что хватит заниматься вот этой ерундой. Вот. На что Маша вроде бы поначалу согласилась. Я сказал, что если это будет продолжаться, я перестану оплачивать твое обучение здесь, в Москве. Поедешь учиться к своему дяде, к моему брату в Казань, будешь учиться на бюджетке. Ну, вроде бы она взялась за голову, все пошло нормальным чередом. Но, Ваша честь, я никак не думал, что она попрется в суд, и что мы здесь с вами все будем участвовать вот в этом фарсе. Ну, вы родители, конечно, вообще дураки какие-то. Но самое главное, что я теперь точно знаю, что Лев не мой отец. Сейчас узнаем. Ваша честь, слава давайте. Пришло время ознакомиться с результатами генетических тестов. Принесите, пожалуйста, конверты. Я сама видела. Влюбилась, и что? Я просто предаю. И что мне надо делать? Вы-то здесь что придумываете? Она не придумывает, она была моя сестра. Она меня пришла поддержать и сказать правду. Были проведены две генетические экспертизы. Сначала оглашаются результаты генетической экспертизы Игнатова Виктора Дмитриевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Игнатова Виктора Дмитриевича и Игнатовой Марии. По результатам настоящей экспертизы Игнатов Виктор Дмитриевич не является биологическим отцом Игнатовой Марии. Что? Что? Лена, как это понимать? Я не пойму. Витя, может, это ошибка? Витя, я не знаю. Это просто, наверное, какая-то ошибка. Тишина, зарис, да? Поверь мне, оглашаются результаты генетической экспертизы Амосова Льва такой? Валентиновича. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Амосова Льва Валентиновича и Игнатовой Марии Викторовны. По результатам настоящей экспертизы Амосов Лев Валентинович является биологическим отцом Игнатовой Марии Викторовны. Что? Так что? Это правда? Лев Валентинович мой отец? Да. Слава Богу. Что это сейчас сказали? Это не совсем так, как мы с тобой договаривались, но все-таки видели. Все 18 лет воспитывали не свою дочь. Одну секундочку, тишина. Виктор, успокойтесь, пожалуйста. О чем вы с Еленой Лев договаривались? Ну,
Я когда пришел к Елене Эдуардовне, я говорю, ну что, будем говорить правду или будем отнекиваться? Она говорит, ну, ты говори правду, я буду отнекиваться. Может, я хочу спасти семью, а ты как раз, если все будет положительный результат вообще, для не тебя, то... Вы меня здесь, что ли, выставляете? Избежишь приседаний дочери, Лен. Понимаете? Притязаний, господи, простите. Я знала, на что я шла. Я понимала, что я могу разрушить семью. А, то есть вы, получается, не были уверены, кто действительно отец Марии, понимаете, правильно? Понимаете, моя дочь собрала. Она так и сказала. У нее близкие отношения со Львом. Я хоть должна ее была уберечь. И я ее уберегла. Конечно. Я вас всех ненавижу. Уберегла. Вы мне всю жизнь испортили. Вот как мне теперь жить дальше, я не знаю. Подрастешь, поймешь, когда буду здесь. Лена, значит, это все правда. Значит, ты на протяжении всего этого времени мне врала. И я выгляжу как лук сейчас. Понял. Ты... Ну, даже если это было, ты не могла мне сразу сказать. Ну, Витя, как теперь с этим меня, жить? Прости меня, я не хотела тебя обманывать. Я правда не знала, чья да дочь Маша. Что? Я очень надеялась, что она твоя дочь. Я себя в этом убедила и тебя, и с этим жила, Лена, понимаешь? Ну как ты могла вообще это допустить? Я и подумать не могла, что отец может быть лев. Это было так все мимолетно. Все, хватит, я слышать ничего не хочу. Я подаю на развод. Суд удаляет свое внесение решения. Любила, молодец. Долюбилась, а? Далее в программе. Вот эти курицы, которые осуждают нас, сидят в своих диванах, едят свои беляши, сами как бочки, с небритыми ногами, льют на нас эту помойку. Какую-то ужасную вы сейчас картину нарисовали. Владимир Тучнев уверен, что он является отцом Карины Фоминой. Владимир утверждает, что у него была связь с матерью девочки. Но Фомина скрыла от него, что от этой связи родился ребенок, не желая продолжения отношений. Мария утверждает, что никакой связи у нее с Тучневым не было. Кто же отец Карины? А вы, Лев Валентинович, что? Хорош. Что хорош? А что Лев Валентинович? Лев, сколько прошло? Чем я хорош? Вы не прошу знали, что садиться. Она замуж выходит. Оглашается решение суда. Иск об оспаривании отцовства удовлетворить. Актовую запись об отцовстве Игнатова Виктора Дмитриевича в отношении Игнатова и Марии в актовой записи о рождении аннулировать. Иск об установлении отцовства Амосова Льва Валентиновича удовлетворить. Указать в актовой записи о рождении Игнатова и Марии в графе «Отец» Амосова Льва Валентиновича. Судебное состояние закрыто. Прошу всех встать. Слава Богу. Разобрались. Заседание закрыто. Прошу, я тебя прошу всех встать. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Тучнева Владимира Васильевича к Фоминой Марии Сергеевне об установлении отцовства в отношении Фоминой Карины. Ей сейчас 1 год и 5 месяцев. Ответчик иск не признает. Владимир Васильевич, вы с Мариной с ответчиком в браке не состоите. Да, на каком же основании вы просите установить ваше отцовство? Ну, понимаете, смотрите, если рассказать всю историю, мы как бы родом из Тулы оба вместе учились, и в свое время у нас в школьные годы была такая любовь, но безответная. То есть она что-то ко мне все подкатывала, а мне как-то было все равно, но она такой была белой вороной. Вот. И тут, получается, проходят года, времена, зима, лето. Я перебиваюсь всякими подработками, живу также в Туле, там, в Тульской области. И у меня по работе, по легальной, предлагают в Москву поехать поработать. Я сделал все дела, стою, какой в центре, там, Арбат, какой-то бутик. Смотрю, выходит такая фифочка, я смотрю, пригляделся, такое лицо знакомое. Думаю, Машка, что ли? Я говорю, Маш, ты? Она смотрит, говорит, да, я, человек. Да мы же с тобой в Туле учились, в школе, помнишь? Она, узнала, говорит, ты был этот еще такой там... Шебутной. Я говорю, да, я говорю, а ты что? А я смотрю, у него такие волосы нарощенные, такие губы просто сделанные, вся такая фифочка,
тачка дорогая. Ну, как бы у нас в Туле таких нету дамочек. И вот это вот, ваша честь, знаете, вот она говорит, я говорю, а ты чем занимаешься-то? Откуда тачка вот эта такая? Да? А там еще такие номера, вот я не помню, то ли 3 семерки, то ли 3 шестерки. Ну, вот как богатенькие любят. Я говорю, ты чем занимаешься? А она говорит, я в соцсетях веду, короче, что-то блог, вот, блог. Что-то она там, короче, выставляет, танцы, не танцы, танцует. И типа, говорит, на этом по 30-ке в день зарабатывает за какую-то рекламу, товары продвигает. Короче, в месяц по уляма набегает. Я говорю, да ты что, какая-то хрень, я не знаю, как, что. Ну вот, я приехал, обосновалась, ну, я думаю, так нормально, поднялась в Москве. Но девочкам-то проще, как бы мы знаем. Я говорю, слушай, говорю, Маша, давай, а у меня что-то чувство заиграли, я еще пивка хлебнул там за углом до этого. Ну, чуть-чуть заработал денег, 7 тысяч как бы. Вы же за рулем были. Я доехал, а потом уже все, без машины. Хорошо. Понимаете, у меня все, я уже забыл про эту машину, я ее увидел, я уже думал, ну все, посидеть на... Надо быстро ребенка делать. Может, это вы выпить, подумали? Понимаете? И я говорю, слушай, а давай вот как в школьные времена возьмем сейчас шампусика, да на улице, как в центре Тулы, только здесь, в центре Москвы, на Арбате выпьем. Она говорит, ты знаешь, я сейчас не пью там на улице, но, говорит, идея хорошая, тоже, говорит, сейчас бы винишко, говорит, прибухнула бы. Давай, говорит, прыгай ко мне в тачку, поехали, дома разберемся. Посмотришь, как я живу. Я приезжаю к ней домой, там такие просто хоромы, там все по последнему уровню, она на кнопочку нажимает, свет включается, как-то все это... Я просто в шоке, говорит, бери шампанское. Я достаю из холодильника холодное шампанское. Оно просто какое-то видно дорогое, все в блестках золотое. Ну и, короче, не суть. Доходит дело до этого, ну, до секса, вот, понимаете? Утром просыпаемся, она какая-то вся недовольна, все, говорит, давай, дверь там, мне некогда, у меня там ждут эти, как это, а вот подписчицы вот ждут. Вот так она сказала, подписчицы, да. Слово-то какое-то непонятное. Я ей потом звонил, писал, она так, ну, она отвечала, но неохотно туда сам. А потом я узнаю, что как бы появляется ребенок через 9 месяцев. Я так посчитал, да, все сходится, что мой ребенок. И я ей подошел сначала уже до суда. Я не люблю вот эти все как бы так стукачества туда-сюда. Я в свое время-то в Туле был не последний человек. Давай там все, я готов воспитывать ребенка. Как бы. Она говорит, нет, все, ребенок не от тебя. Ни в какую, везде меня это заблокировал. Вот. Так, и поэтому вы пришли в суд. И поэтому я мусорнулся. И поэтому я здесь. Хорошо, ответчик, вам слово. Да что ты такая была эмоциональная речь, что ли? Всю жизнь свою рассказал, все эмоции, все краски, все цвета радуги. Пожалуйста. Я не знаю, что сказать. Дело в том, что он врет, ваша честь. Конечно, в смысле, я вру? Да как я могла вообще с ним спать? Ну это, блин, ну это нереально, понимаете? Да что ты в школе ко мне подкатывала постоянно? Подождите, естественно, ну хватит уже. Скажите, пожалуйста, вы учились с ним в одной школе? Ну, учились. Была эта встреча? Пожалуйста. Ну, была эта дурацкая встреча, но встретились мы с ним на улице. Понимаете, я блог веду. Я веду блог, как девушке стать успешной, богатой и с такими ч***ками. Ну, вот точно не советую. А что ты сама сказала? Он же говорит, он вообще не последний человек в Туле. Ну, не последний был в школе в каком-то классе. Уже время прошло. Ваша честь, дело в том, что мы с ним встретились на улице. Ну, да, когда-то в школе он мне нравился. Я решила немного... Ничего себе, постоянно ко мне подкатывал. Ну, повыделываться решила, что ли. О том, что когда-то он меня отшил, а я, на самом деле, сейчас уже много чего достигла. Хотела похвастаться, какая крутая у меня квартира, что у меня куча шмоток, что я сейчас известная, блог у меня очень крутой. Вот, и, ну, по дурости просто вот позвала его в гости. Наверное, это был идиотский поступок. В общем, я позвала его в гости, мы выпили немного шампанского, ну и все, отправила его домой. Ну... Вообще, ну, вы представляете, ну, как вот я с ним бы спала, да ну, мне нужен, ваша честь. Да что ты несешь, дело там нормально прыгало. То есть это все, получается, его фантазия? Да, конечно, это все его фантазия, это он все сам придумал. А кто еще говорил, давай на подоконнике? Что ты рассказываешь? Скажите, пожалуйста, свидетельство о рождении, вот если мы ребеночка посмотрим, в графе «отец» стоит прочерк. Сядь мне на лицо. Угу. Тебе скучно? Вот, все сходится. Ты пришел развлекаться сюда, в суд? Угу. В смысле развлекаться? Я пришел. Скажите, пожалуйста, доказать, ответчик. Я докажу, что ребенок... Ответчик, вы знаете, кто отец ребенка? Ваша честь, да, я знаю. Ну и кто же? Я? Ну, это один очень влиятельный мужчина, он очень состоятельный. Да 10 раз, что ты несешь? А какой вот влиятельный мужчина? Я вот только не очень понимаю. Да, сейчас расскажете, истец. А вы почему вообще свое отцовство-то хотите устанавливать? Обычно мужчины, наоборот, не хотят записываться отцами. Ваша честь, ну, понимаете... Получилось, да, получилось то, что получилось. Ребенок как бы
мой. Получилось так, и я хочу его воспитывать. Ну, тем более, как бы она же там зарабатывает свои типа улям, а я сейчас как раз без работы могу и с ребенком-то, ну, посидеть, ну, как бы и отцом быть. Ну, не как бы отцом быть, а быть отцом. Ну, почему нет? Пусть она нам а дает деньги. А вы что, хотите за счет ответчика, что ли, жить? Не, ну почему сразу за счет ответчика? Как, это же мужчины, женщинам платят. Вы говорите, алименты. У вас сейчас вроде бы не будет с работой. Будет платить алименты мужчине. Равноправие. Вот в Европе так давно уже я читал в книжке. Ваш честь, вы видите, он просто корыстный. Какие корыстные? Я просто хочу... Она просто ребенка, да, она ребенка отдала, понимаете, своей маме. И все, не занимается, а ребенку нужно... Так, все, это я все поняла. Вы хотите вписаться отцом, заботиться о ребенке и жить припеваючи. Ответчик, вот вы стали говорить, что вы знаете, кто является биологическим отцом. Пожалуйста. Это мой любимый мужчина. Дело в том, что он очень известный, очень богатый. И он, ну, не может в силу своего статуса наши отношения да афишировать. Не сочиняй. Он меня любит, мы с ним встречаемся, он меня содержит, помогает мне с ребенком. Все понятно. Вот. У вас заявлен свидетель. Это моя подруга. Она расскажет о моем любимом мужчине, о том, что действительно отец ребенка не Вова. И расскажет, как мы живем с Каринкой, что у нас все замечательно. И вот этот цирк в суде... Она подтвердит, что вы родили ребеночка вот от этого вашего состоятельного мужчины. Привыкла там у себя в этом, конечно. В интернете. Хорошо. Пригласите, пожалуйста, Крупицыну Оксану в зал суда. Не неси чушь. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Ну, сразу видно, на кого похож. Оксана, вот ваша подруга утверждает, что она родила ребеночка от некого загадочного состоятельного человека, имя которого она не хочет оглашать. А вовсе не от отца Владимира. Вы можете это подтвердить? Да, конечно, ваша честь. Моя подруга родила ребенка от солидного мужчины. Самое главное, он обеспечивает Мэри... ребенка, снимает ей квартиру, постоянно дарит подарки, они вместе отдыхать ездят. Если посмотреть ее страницу, то у нее постоянно фотографии с Дубая, в Сейшел, с Бали. Они вместе отдыхают. И вот эти... И, кстати, у нее... Так вот... это что, она получается проститутка? Подожди, я еще не договорила. Вот получается, что она в своем блоге ведет тему, то, что давно пора убрать вот стереотип, что если девушка обеспеченная и красивая, ухоженная, то это обязательно эскортница. Угу. Так подождите, вы же только что сказали, что она на содержании у богатого мужчины. А вы думаете, что найти солидного мужчину, который умеет зарабатывать деньги, это просто? Это большой труд, между прочим. И вот как раз вот эти курицы, которые осуждают нас, сидят в своих диванах, едят свои беляши, сами как бочки с небритыми ногами льют на нас эту помойку. Какую-то ужасную вы сейчас картину нарисовали. Ну, а так и есть. А что в этом такого? Это так и есть. А девушка должна быть ухоженной, обеспеченной. Это вообще-то труд большой. И вот как раз у нее в блоге «Кровавая Мэри» называется ее ник. Вот как раз там об этом говорится, что... Должна девушка быть ухоженной, красивой, а все остальное... И это, естественно, большой труд, согласна с вами полностью. Объясняю, что вот с такими вот мужчинами вообще не надо общаться. Чего понимаете, интеллект мужчины зависит... От интеллекта мужчины зависит его доход. Да, если он такой тупой, кошелька, да, что он не может заработать денег, то с ним общаться, ну, вообще нет смысла. Конечно, не надо чтобы, с ним общаться. Ну, да что ты там в Туле ходила? Спать с ним или ребенка от него зачать, это просто фантастика. Ты в Туле пила дешманские коктейли, вспомни, что ты несешь. Неким Вятниковым Алексеем Петровичем был заявлен иск об установлении отцовства в отношении Фоминой Карины. Два иска были объединены в одно исковое производство. Вятникова Алексей, пожалуйста, пригласите. Ого, ты что сюда приперся, а? Чепушня. Надо. Слышь? Здравствуйте, Алексей. Сейчас вырублю с удара. Че пришел, чепушила? Каким был Вашком в школе, таким и остался, я его помню. Вообще, вы видите, по-моему, нормально. Опять вот сразу стучать. Мария, скажите, пожалуйста, вот это вот сразу ваше... Сразу стучать. Вот, Алексей является вашим тайным, богатым, возлюбленным, влиятельным? Нет, ваша честь. Это какой-то еще один дурак просто. Я не знаю, что он пришел. Ты что ее? Подожди, ты скажи. Алексей, какие у вас отношения с Мариной? Она является ответчиком по вашему иску. Да в отношениях-то особо никаких. Мы еще со школы вместе...
Слышь, да она тебя отшивала, ведь что ты гонишь, с какой школы? Она тебе постоянно вот так вот отойди, ты там был очки драйву постоянно в школе, что, помнишь? Она еще со школы, он правильно сказал, то, что отшивала, но сейчас ей было гораздо сложнее меня отшить, так как у нее расценки конкретные были. Ты что, Свободу, подожди, какие расценки? Ты что, при Валышке? Ты при бабках, что ли? Успокойся ты, пожалуйста, ты что? Ты думаешь, один такой умный. У нее расценки конкретные были 20 тысяч за час. Слышь, да какие это... 20 за час? Давай иди отсюда. Займите, пожалуйста, свое место, выкину просто отсюда. И держите себя в руках. После суда еще поговорим. Так, пожалуйста, накидаю, еще раз, конкретно, 20 тысяч за час. За что? За интимные услуги? Ну да, это еще 2 с лишним года назад было. Когда так. У нее было 20 тысяч подписчиков. Сейчас у нее в 10 раз больше. Сейчас у нее и агент собственный. 10 раз больше 200 тысяч за час. Подписчиков. А, подписчиков. 10 раз больше подписчиков. И у нее сейчас собственный агент есть, и куда, в какой ресторан сводить, на какой машине забрать, а в какой отель съездить, если ты ее в отпуск берешь. Ну, так сказать, секс-туризм. А ты что думаешь, то, что у нее фотографии на странице с ее отпуска, что ли? Да мне пофигу, ты скажи, ты... Да, да. И да. Даже есть... этот лошара тебя в натуре... Ерунду. Ну, просто в интернете много сейчас разных хейтеров есть. Они завидуют блогерам, они завидуют успешным девушкам и пишут какую-то фигню. Я не знаю, с кем ты там спал, может быть, тебе там что-то показалось, может, ты с кем-то другим спал. В мечтах, наверное. Вообще, я ее на сайте нашел. На каком сайте? Ну, которая специализируется на... Эскорт-услугах. Да, угу. Только она там не Маша была, а королева Мэри. Ну, мы с ней договорились встретиться в гостинице на ночное время. Ну, ты что, не помнишь? Ну, у нас с тобой быстро все произошло. Я минут за 10 управился. Ну, как ты не помнишь? У нас еще презерватив подорвался. Да, слушай, я уже устала этот бред слушать. Что-то фантазии какие-то придумал. И вы считаете, что из-за того, что у вас порвался презерватив, она забеременела и что-то родила, да? Там вообще такого не может быть. Я 10 числа с ней спал, ты говоришь 20-го, все сходится, ребенок мой. Ты что, хочешь к ребенку тоже предъявить, что ли? Ваша Чему честь. Ты клонишь, я понять не могу. Я даже слушать я не хочу, ваша честь. После этого она сразу побежала в аптеку за таблеткой, чтобы прервать беременность. Когда купила, а там в противопоказаниях была непереносимость к лактозе. Она испугалась пить, так как у нее эта штука с детства. На следующий день записалась к врачу. Не знаю, ходила она к нему, выпила, да, не выпила таблетку, времени-то много прошло. Может, я у нее спрашивал, выпивала? Она говорит, да, может быть, врет. Да, скорее всего, времени просто много прошло. Я не знаю, тут все за какими-то, за деньгами, может быть, за известностью бегают. За какой известностью? Что ты несешь? Конечно. Ваша честь, я хочу пригласить моего свидетеля, это сестра моя, да, Лена. Она сейчас прольет свет на всю эту ситуацию, картину. Пригласите, пожалуйста. Пятникову Елену, пожалуйста, пригласите. Навязчивая идея. Мог кого-нибудь уже другого полюбить, в конце концов? 10 лет любить. С ума зайти можно. Ну, извини, сердцу не прикажешь. Да извращенец. Да деньги тебе нужны, а не любовь. Елена, здравствуйте. Это кто? Просто маленький извращенец. Елена, пожалуйста, расскажите суду. Почему вот вы уверены, что ваш родной брат Алексей является биологическим отцом ребеночка Марины? Да потому что мою идею тупо сперли. Это я кто? Первая. Кто? Вот. Какую же ты гонишь? Так, какую слушай меня. Идея? Это моя идея была сделать ей ребеночка под шумок. Дай мне. Сидеть на попе ровно, иметь его ландосик и кайфовать. Тихо, естественно. Воспитывать ребенка. Это я первый придумал, а он уже потом этот ушлепок. Давайте потом вы по поводу своих авторских прав поспорите, хорошо? В общем, я закончила медицинский колледж и... Машиной маме ставила укольчики, ну, чисто по-соседски. И она мне проболталась то, что Машка родила. Но я пришла домой и рассказала все Лешеньке. Типа, вот твоя Манька родила. Он такой, блин, от меня чё ли? Я такая, ну да, тебя, ты теперь папаша. Она ему нравилась еще со школы. Вот. Но так как она его постоянно отшивала, и с другими девушками у него тоже не всегда все... Не надо это рассказывать. Ну, зачем... Не получалось, бывает такое. В общем, решил он занять денег у нашей бабки и пойти закрывать свой гештаб. Гештальт, а не гештаб. Ну, не важно. Гештальт. В общем, он у меня мальчик немножечко криворученький, и Машка залетела. Я ему сразу сказала, Леш, устанавливаем факт отцовства. Да, мой ребенок.
Давайте уже устанавливать факт. Да чего вам не сидится, скажите, вашей Туле? Да чего вы сюда приехали? Вы за чужими деньгами охотитесь, да? Вы за чужой славой. А ты что думала, денег заработала? Делиться надо, подруга. Потише, пожалуйста. Вот вы говорите, вы этот план придумали. А план-то к чему сводился? Получить деньги и воспитывать ребенка. А, алименты на воспитание ребенка. Да. То есть следующий шаг – это определить место жительства Карины с Алексеем. Да. А Маша будет платить алименты, так да. что ли? Да. А если бы она не захотела вам отдавать ребенка, что бы вы сделали? То мы подали бы в суд за то, что она занимается эскортом. Потому что, мне кажется, ни один суд это не же, позволит наверное, не в суд, воспитывать ребенка проститутки. Угу, другую инстанцию. Да ты слова выбирай! А ты профессию. Ну, за мой счет все хотят жить, видите? Уже не знаю, какую легенду придумать. Надо, один папаша, другой папаша, мало. А ты что думала? А на работу не пробовали ходить? Уехала, а ты не пробовала на работу ходить? А за счет, только за счет девушек, да, мы будем жить? Лучше бы нормальную работу, наш крутишь там свои. Ну ладно, прекращайте. Немедленно. Пришло время ознакомиться с результатами ДНК-теста. Принесите, пожалуйста, конверты с результатами генетических экспертиз обоих истцов. Спасибо. Итак, сначала, Владимир, оглашаются результаты вашей генетической экспертизы. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Тучнева Владимира Васильевича и Фоминой Карины. По результатам настоящей экспертизы Тучнев Владимир Васильевич не является биологическим отцом Фоминой Карины Сергеевны. Что это, чертила ты плодовидная, слышь? Что за... Что-то не понял. Покиньте, пожалуйста, зал. А? Маленький. Оглашаются результаты генетической экспертизы Вятникова Алексея Петровича. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Вятникова Алексея Петровича и Фоминой Карины. По результатам настоящей экспертизы Вятников Алексей Петрович является биологическим отцом Фоминой Карины Сергеевны. Владимир, ты как могла с ним спать? А на самом деле у меня чувства, ну, не остыли еще к тебе, а наоборот еще подогрелись после всего того, что с нами произошло. Чего там у тебя подогрелось, а? Я тебя сейчас подогрею после суда, ты не уходи. Не надо никаких алиментов, давай просто вместе жить, делай что хочешь. Но вот только вечером, пожалуйста, возвращайся в семью. Ты что, охренел что ли, а? Все в гормоны в бошку ударили или что, а? Не познаватель для пубертатного периода, хороший мы, а? А ну циц! Это мой ребенок. Что хочу с ним, то и делаю. Сядь! Твой ребенок, а деньги пусть она приносит и работает. Ты банкоматы наш семейный да не трогай, лишь бы все, только молчи. О деньгах думаешь. Молчи. Да никаких денег пусть вы не получите. Я адвокатов самых лучших возьму. Слушай, родная, ты не прикрывайся своими адвокатами. Никаких денег ты от меня не получишь, понятно? Я не хочу денег, я хочу жить. Ладно, 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 раз уж так вышло, косарь на такси оставишь? Суд удаляет ли вынесение решения? Попросишь в переходе. Ну ладно, ну, косарь оставь. В переходе ну, блин, попросишь, ну, тебе кто-нибудь ну, что-нибудь ну, ставит. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. В иске Тучного Владимира Васильевича об установлении отцовства отказать. Иск Вятникова Алексея Петровича удовлетворить и установить отцовство Вятникова Алексея Петровича в отношении Фоминой Карины. Указать в акт записи о рождении ребенка в графе «Отец» Вятникова Алексея Петровича. Все равно заседание закончено. Прошу всех садиться. Ребенка не получишь. Поговорим. Давай сейчас выйдем и поговорим спать нормально. Я с тобой заседание жизни не закрыт. Прошу разве покинуть что зал суда. Миллион. Да, останься, давай пойдем, поговорим пойдем с тобой. Пойдем, пойдем побазарим. Да, ваш я тебя жду его на первом этаже. Не вздумай убежать.